Нас ждут выборы. Это далеко не обязательная история для всех нас. Но я считаю, что в мире, где живут и взаимодействуют много людей, мы должны совершенно ответственно относиться к этой части нашего права граждан. Я призываю всех отнестись к этому серьезно и отдать свое сердце, свой голос. Может быть, не потому только, что это важно политически, а потому что каждый из нас должен вложить в это свое желание, что я люблю в этом мире и куда я хочу, чтобы этот мир шел. И в конечном итоге мы за это ответим и друг перед другом, и перед Богом. Наверное, такова наша правда человеческая, ну и такова правда нашего христианского свободного сердца.